знаешь игру «Крестики нолик»? А, правило. Если ты не выигрываешь, я тебя целую. Если ты выигрываешь, ты мне почетчен. Что это значит? А какие правила были? Если ты не выигрываешь, я тебя целую. Ты выиграла? Нет. Девчонки, привет. Знаете кто-нибудь игру «Крестики-нолики»? Знаешь игру «Крестики-нолики»? Ну, все знаю. Сыграем? Все? А какие были правила? Если ты не выигрываешь, я тебя целую. Ты не выиграла. Все, спасибо. Тебе спасибо. Стоп, не заходи, пожалуйста. Знаешь игру «Крестики-нолики»? Простую такую игру, детскую. Сыграем? Ну давай тогда ты меня целуешь, свою щечку ты меня. Хорошо? Все, не отпущу. Давай, быстро, все. Давай, целуй, все. А-а-а! Ну, типа того. Сыграем с тобой в «Крестики-нолики»? Давай. Класс! Играй. Ну ладно, пусть будет по-твоему «Золотая рыбка». Золотая рыбка? Что? В общем, у нас что? Ничья. А правила были какие? Если ты не выиграешь, ты не выиграла. Спасибо тебе. Давайте, удачи вам. Я ставлю, что ли? Да, я поставила. Нет, что это означает? Ты играла еще в «Крестики-нолики»? В общем, это ничья. Правила были какие? Надо, чтобы ровно было. Правила какие были? Если ты не выигрываешь, я тебя целую. Иди сюда. Да, конечно. Спасибо тебе. Почему мне кажется, что я проиграла? В чем-то подвох. И какие-то крестики-нолики не те. Что это означает? Ничья. А у нас правила какие были? Если ты не выигрываешь, ты мне целуешь щечку. Ну, все было честно. Крестики-нолики? Крестики-нолики. Давай. Правила, чтобы тебе было интереснее. Шутка, это чтобы было мне интереснее. Если ты не выигрываешь, я тебя целую. Если ты выигрываешь, ты мне подщечина. Ну, или я тебя закупаю вещи в H&M. Чтобы интереснее было. Играем. Ну, видишь. А все, ничья. А правила были какие? Если ты не выигрываешь... Нет, это нечестно. Это честно. Честно? И что? Все? Это все, что ты мне требуешь? Нет. Но мне понравилось, я бы хотел с тобой еще встретиться. Скажи свой номер. Хотел бы мою больше с тем, где мы были. Я хочу слушать. Я тебе помогу. Это называется ничья. Правильно? У нас правила были какие? Ты не выигрываешь? Ты не выигрываешь? Согласись, все было честно. А какой... Нолик. А крестик у меня, да, первый год? Крестик. Ты давно... Я играла, знаешь, когда последний раз? Когда? Еду нашу. Хорошо сохранилось. Слушай, мне кажется, ты смелая. Давай правила введем. Интересные. Давай. На что бы ты хотела сыграть со мной, если ты выигрываешь? Я тебе могу озвучить, на что я бы хотел сыграть. Давай. Если ты не выигрываешь, я тебя целую. Если ты выигрываешь... То я тебя целую. Играю. Быстрее, пока не одумалась. Так, ты ставишь крестик, я крестик. Ставлю нолик, да? А это что означает? Это не выигрыш вообще. А правила были какие? Если ты не выигрываешь, я тебя целую. Спасибо. Да тебе спасибо. В общем, если ты не выигрываешь, я тебя целую. Если ты выигрываешь, что ты хочешь? Кофе. Кофе. Ну, если она выигрывает, кофе. То есть, если я проигрываю. Да. Еще раз. Если ты не выигрываешь,
я тебя целую. Если ты выигрываешь, кофе. Ничья. Что это означает? Ничья. А правила были какие? Если ты не выигрываешь. Ну ты же ведь тоже не выиграл. Ну и ты не выиграла. Значит, ничья. Хорошо отмазываться. Как ничья по-английски? You not win. He don't win. Yes. А правила-то какие были? Если она не выигрывает, то я ее целую. Win, he will kiss you. You didn't win. Understand? Okay.